Любой человек, любой христианин, он вполне вправе отнестись осторожно к любому пророчеству, если оно противоречит Священному Писанию. Конечно, беда нашего поколения в том, что мы не знаем Священного Писания. Мы знаем пророчества, и знаем их очень много. Но что говорит именно Священное Писание, мы не знаем. Вот апостол Павел пишет: «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, да будет анафема». Мало ли где что пророчил, мало ли что кто сказал. Важно, чтобы это пророчество соответствовало Священному Писанию. Если оно соответствует, то тогда можно и рассмотреть это пророчество. Если оно априори не соответствует, нам без разницы, каким авторитетом подписано это слово, мы ему верить не имеем права. Иначе мы отступаем от веры в тьму,